Всем привет, с вами Сад-Огород. Прививаем штрифель Антоновкой. Вот у нас Антоновка. Вот эту ветку, которая идет от ствола, самая подходящая по диаметру и по расположению, мы, значит, и будем прививать. Отрезаем. Так, здесь мы выбираем три почки, достаточно. Вот у нас три почки, два, три. Так, режем пенек. Вот, пожалуй, достаточно. Так, берем заготовленный нами черенок. И примерно 2-3 диаметра, 3,5 мы в длину делаем заточку. Вот у нас уже на нет появилось, значит, это самый раз. Здесь мы делаем плечико аккуратненько. Так, готово. Второе плечико по тому же размеру. Для того, чтобы черенок уперся примерно вот так вот, устанавливаем его, раздвигаем пенек, все до упора. Можно подстучать чуть-чуть. Так, все у нас совпало. Заподлицо. Берем изоляцию и заматываем. Заматываем с прижимом, чтобы у нас привоз под двоем хорошо поджался друг к другу. Переворачиваем. Так, поплотнее. До почки как раз. Ну и, пожалуй, достаточно. Теперь мы берем садовый вар и замазываем торец. Все, готово.
Спасибо за внимание.